Всем привет, добро пожаловать в новое видео. Сегодня я здесь по двум самым главным причинам. Первое — это то, что я фанат ухода, я всегда больше про уход, чем про макияж. И второе — это ваши запросы. Вы возмутились, что не будет фаворитов уходовой косметики за прошлый год. И если я немножечко запоздала, то давайте назовем это видео «Косметика, которая работает». Косметика, которая отрабатывает каждую копейку, а в некоторых случаях она стоит минимум, но делает максимум. Ну что, поехали! Во главе всего моего ухода стоит правильное, деликатное, но при этом эффективное очищение кожи. И после ночи утром мне достаточно пенки или геля для умывания, а вечером я, как всегда, использую двухэтапное очищение кожи. То есть в качестве первого этапа я выбираю гидрофильное масло или гидрофильный бальзам. Так получилось, что в прошлом году я чаще использовала именно гидрофильные бальзамы. И о своих любимцах Heimish и Beauty of Jazen я рассказывала в отдельном видео о фаворитах корейской косметики за прошлый год. За счет того, что подобное притягивает подобное, такие средства классно растворяют себум, макияж, какие-то загрязнения и также удаляют все это с нашего лица. И потом в качестве второго этапа я использую опять те же самые гели или пенки для умывания. С них мы и начнем. Первое средство, которое особенно полюбилось мне в прошлом году, это нежнейшая пенка для умывания с кокосовой водой от Andalou Naturals. В ней прекрасно все, начиная от отдушки, заканчивая формой. То есть это такая воздушная пенка, которую нужно совершенно чуть-чуть для того, чтобы умыться утром или, например, досмыть макияж вечером. Она, даже когда попадает в глаза, не вызывает дискомфорта. И после умывания кожа не просто очищенная, а она как будто уже немного увлажнена. Это прекрасный старт утром или для того, чтобы начать вечерний уход после умывания. И ее на очень-очень долго хватает. Чудеснейшее средство. Также в прошлом году я активно использовала очищающий гель от CeraVe с салициловой кислотой, гиалуроновой кислотой и церамидами. В принципе, мне нравится и подходит все очищение CeraVe. В зависимости от ситуации выбираю какой-то там другой. Этот оценила не сразу. Вот с ним мы подружились ближе к лету, когда стало жарко, когда лицо потело, когда ко мне прилипала грязь, пыль, когда чаще обновляла фильтры и вечером хотелось хорошенько умыться. И вот тот уход, который я использовала именно летом, подходил мне идеально. Потом я начала тестировать что-то другое, и что-то пошло не так. У меня было столько прыщей в конце года, что я уже не знала, куда бежать и что делать. Я снова достала его и поняла, что он отлично работает с проблемной кожей. Если вам нужно хорошее очищение, если нужно подлечить ранки, если у вас комбинированная жирная и нормальная кожа, то это то, к чему я настоятельно рекомендую присмотреться. Он не пахнет, у него есть такой просто аромат косметики. Он пенится, но при этом не нарушает защитный барьер, и с ним лучше, чем без него. Это однозначно. Именно поэтому я приобрела себе вторую баночку. Первая у меня закончилась, и как только есть какие-то непонятки в виде прыщей на лице, я сразу включаю его в свой уход. Еще у меня есть вот такой интересный фаворит. За прошлый год у меня ушла половина упаковки. Очень понравилось. Это очищающая паста на основе зеленой глины от марки Belenda. Это не просто паста, которая как-то неприятно разносится. Это чуть более густой гель. И в этой линейке есть версия для сухой нормальной кожи с розовой глиной. Я почитала состав и подумала, что начну-ка я знакомство с зеленой, которая вообще-то предназначена для комбинированной и жирной кожи. И вы знаете, это универсальная вещь, которая, опять же, подойдет многим. Это вообще хорошее сочетание цены и качества. Помимо той самой зеленой глины, которая заявлена на упаковке, в составе есть еще и сок алоэ и молочная кислота, которая смягчает кожу. Вот чего можно еще хотеть? Бережное очищение, кожа не пересушена, приятно пахнет. И девочки писали, что на Wildberries есть хороший выбор этого бренда. В конце прошлого года я сказала, что пользуюсь сывороткой для ресниц, и это действительно так. Небольшая предыстория. Если вы со мной давно, то вы знаете, что у меня от природы свои длинные ресницы были. Если я вдруг снова надумаюсь что-то там поэкспериментировать со своими ресницами, с лицом, напомните мне, пожалуйста, чтобы я этого не делала. Откуда я взяла такую бредовую идею, я не знаю, не спрашивайте. В прошлом году я попробовала ламинирование, окрашивание, ботокс ресниц, и в конечном итоге они просто начали отпадать. Вот прям совсем. И в какой-то момент я поняла, что я не могу накрасить свои ресницы. Они торчат в разные стороны, это было
ну вот настолько неприятно, что я решила что-то с этим сделать. Ресницы являются моей визитной карточкой. Я настолько привыкла, что они заметны, что они есть на моем лице. Я люблю накрашенные ресницы, длинные ресницы. Это как акцент всегда в моем макияже. И я достала сыворотку, которую мне прислали давно, но не было необходимости ею пользоваться. Это X-Lash. Я в этом году не планирую больше никаких экспериментов. Я рада, что мне удалось отрастить мои здоровые ресницы. Сыворотка X-Lash не гормональная. Я почитала о составе, я почитала отзывы, посмотрела фотографии до и после. И думаю, была не была, я попробую. Эту сыворотку мы наносим, вообще она очень простая в использовании, выглядит как подводка и совершенно прозрачная, она не цветная. Где-то за полчаса, то есть за час до сна я прохожусь вот этой сывороткой по верхнему веку, по линии роста ресниц. Один раз и вот так каждый вечер. Через 2-3 недели я заметила, что у меня массово отрастают мои родные, здоровые, блестящие ресницы, живые. И они даже по ощущениям совершенно другие, они как будто стали плотнее, они даже темнее. И мне нравится то, что они, как всегда, что я могу их накрасить. Они быстро восстановились, они крепкие, они такие, как я люблю. И эту сыворотку нужно использовать 3 месяца, вот так каждый вечер. И для того, чтобы поддерживать результат, после 3 месяцев мы наносим ее всего 2-3 раза в неделю, так вечером, как я сказала. Я также от себя могу сказать, что у меня не было никаких покраснений, у меня не краснела кожа, не краснели глаза, при том, что я аллергик, у меня чувствительные глаза, то есть она однозначно подходит и тем, у кого чувствительные глазки. Так как я сказала, здесь безопасный состав, и что же произойдет, когда мы отменим использование этой сыворотки? А, собственно, ничего, ваши реснички отрастают, их цикл жизни заканчивается, они обновляются, и у вас остается ваше исходное состояние ваших родных ресниц. Сыворотка, кстати, английского производства, и у меня где-то еще и должна быть скидка. Когда я ее отыщу, я пропишу на экране и оставлю вам в инфобоксе. Возможно, вам также пригодится. Мне понравилось, и просто обещаю себе, что никаких экспериментов в этом году с ресницами. Если я передумаю, пожалуйста, пришлите мне ссылку на этот ролик, чтобы я больше не осталась без ресниц. Вот. Вы знаете, насколько сильно я люблю всевозможные эссенции о своих любимых корейских, которые больше направлены именно на мегаувлажнение, на работу над защитным барьером. Я рассказывала в том самом видео о фаворитах корейской косметики. Но здесь у меня есть эссенция американского производства. Это бренд Sensation Cosmetics. И это работа по нескольким фронтам. Это увлажняющая эссенция, в которой есть легкие кислоты. Это такая хорошая, грамотная формула, которая и увлажняет, и немножечко подлечивает какие-то несовершенства, выравнивает текстуру. Если вам нравится что-то, что быстро впитывается, после чего вы можете быстро наслоить последующий уход, и вам хочется поработать над текстурой, подлечить какие-то прыщи, при этом увлажнить кожу, то тоже рекомендую присмотреться. Удобный дозатор, нежная отдушка, все как я люблю. Единственный крем под глаза, который я похвалю за прошлый год, это случайное открытие, но я буду скучать. У меня закончилась вторая упаковка, я уверена, что когда-то я к нему вернусь. Бренд eCooking. Простые, рабочие, хорошие составы. Это не просто хороший питательно увлажняющий крем под глаза, он делает чуть больше. Вот я вижу, если мне недостаточно крема под глаза, это заметно сразу. То есть и сухость, и какие-то морщины, и макияж плохо ложится, и некомфортно в течение дня. Это легкая текстура, он не маслянистый, он не затекает никуда, работает хорошо со всеми консилерами, корректорами, и при этом он так круто ухаживает за областью вокруг глаз, он и смягчает кожу, и делает ее такой бодренькой, молодой. Кожа с ним становится какой-то такой, как будто наполненной изнутри всеми питательными веществами. И мне кажется, что область под глазами у меня сейчас стала гораздо свежее, чем пару лет тому назад. И я верю в то, что это заслуга правильного ухода, в том числе и за областью вокруг глаз. Я доставала его до последнего грамма. Это крем, который заслуживает всех похвал. Я пользовалась им как утром, так и вечером, под макияж, никакого дискомфорта. Вот охи и ахи в адрес этого крема под глаза. Он у меня из Look Fantastic, у них постоянно проходят какие-то акции, так что его можно приобрести с 20%, а то и с 30% скидкой.
Я думаю, что когда это время наступит, я сама запасусь еще одним. Категория в уходе, на которую я готова тратиться, это однозначно сыворотки. Это самая рабочая вещь, которую я всегда выбираю по проблеме. Если их нет, то я могу обойтись и без нее. Но такое бывает нечасто. Давайте разберемся с сыворотками. Позвольте мне начать с самого дорогого. Это бренд SkinCeuticals. Я очень благодарна представителям марки за то, что прислали мне 4 миниатюры. Здесь по 15 мл, но этого было вполне достаточно для того, чтобы разобраться, какие из них подходят мне лучше всего и которые работают максимально эффективно. Но, к сожалению, мне подошла самая дорогая, в принципе, самая дорогая сыворотка в моей жизни. Называется она флоритин. Здесь 2% того самого флоритина, 10% аскорбиновой кислоты и фируловая кислота, которая помогает стабилизировать витамин С. Это легкая сыворотка, она быстро впитывается, она через несколько дней выравнивает оттенок кожи, и происходит что-то фантастическое. Я не преувеличиваю, я жду каких-то скидок, чтобы приобрести ее. Когда была Черная пятница и там предновогодние акции, быстро разобрали на польском Look Fantastic, я не успела приобрести. Но я готова из собственного бюджета выделить на нее деньги, потому что с ней кожа такая здоровая, и текстура мне нравится, потому что ее можно использовать с любым другим кремом, и она подходит на любое время года. Я знаю, что некоторым не нравятся маслянистые текстуры, что-то еще. Она такая универсальная, и самое-самое главное, что она рабочая. Теперь у нас тяжелая артиллерия. Я сказала, что в конце года у меня было много прыщей. Это связано с повышением кортизола, то есть со стрессом. Это не гормональное проявление, это не реакция на питание. Ну, как бы результат на лице. Стрессуешь, получаешь. И хорошо, что есть баночки, которые помогают мне хоть как-то это визуально привести в порядок. Как всегда, на помощь пришел La Roche-Posay с линейкой Эфаклар. Я очень люблю их крем-гель и продолжаю везде на всякий случай его возить с собой. И он всегда будет в моей косметичке, дай бог, чтобы его не перестали производить. Так как в продаже появилась сыворотка, тоже из линейки Эфаклар для проблемной кожи, в этот раз она не просто с салициловой кислотой, еще и с гликолевой кислотой. И я подумала, берем, будем тестировать. Очень понравилась, сыворотка супер концентрированная, она еще быстрее работает, чем крем-гель, и ее вот несколько раз наносишь на ночь, и лицо становится лучше, то есть прыщи уходят, также постакне. Она очень-очень концентрированная, то есть локально, если ее наносим, то тоненьким слоем, и также я не могу ею пользоваться дольше, чем несколько дней. Обычно прыщи проходят, и я ее убираю из своего ухода, иначе потом уже идет перебор с гликолевой кислотой, с салицилкой. Я потом уже после нее только восстанавливаю кожу, защитный барьер, потому что у меня не жирная проблемная кожа, она скорее нормальная, склонная к сухости, но прыщи тоже бывают, так что вот у меня разноплановые средства, которые дают мне разный результат. Сыворотка имеет легкую, слегка гелевую консистенцию, пахнет точно так же, как Эфаклар. Я не могу сказать, что она прям сильно иссушивает мою кожу, но помните о том, что любые кислоты при длительном использовании могут снова вызывать прыщи, потому что так сильно нарушается защитный барьер. Но главное, что она за несколько дней убирает прыщи и последствия, поэтому я даже не вижу смысла использовать ее конкретно в моем случае каждый день. Если что-то назревает, раз-раз-раз, она тоже хорошо убирает покраснение. Если что-то выдавишь, наносишь, потом пластырь приклеиваю, и на ночь уже ровненькая, только остается красное пятнышко, еще несколько дней помазала, и классно. Поэтому люблю, обожаю, теперь уже не могу без нее. И вот после лечения моих прыщей или в межсезонье у меня самая ужасная кожа. То есть, когда меняется там зима на лето, весна — это просто катастрофа. Из лета в зиму я тоже сложно перехожу. Сухость, опять же, прыщи какие-то, в общем, непонятная ситуация, поэтому приходится пользоваться разными средствами. Но нормальному человеку столько не надо. Выбирайте 1-2 сыворотки. Все, ну я хочу попробовать разное, чтобы я потом могла поделиться разными впечатлениями, а не из года в год перебирать одни и те же банки. Хорошие сыворотки с пробиотиками – это в первую очередь увлажнение и работа над защитным барьером. Я бы даже сказала, что тоже дорогая, к сожалению, извините меня, не знаю других аналогов, это бренд Aurelia.
И здесь пробиотики. Очень хороший состав, и это как раз сыворотка, я бы сказала, для постпроблемной кожи, то есть когда прыщи подлечили, чтобы привести в баланс вашу кожу, хорошие, плохие бактерии, чтобы не было преобладания этих плохих, чтобы прыщи не возникали на фоне этого, и также чтобы восстановить защитный барьер, чтобы кожа не пересыхала и так далее. И, конечно же, это как минимум увлажнение. Сыворотка классная, легкая, приятно пахнет, и у нее есть миллион наград в разных категориях. Я думаю, что не зря. Те, кто разбираются в составах, давно уже высказали свое мнение. Если у вас не проблемная кожа, просто возьмите себе сыворотку с гиалуронкой. Это больше для тех, кто вот уже не знает, что делать. Я вам советую обратить внимание на те средства, которые помогут восстановить защитный барьер кожи. Кстати, все средства с настоящими работающими пробиотиками дешевыми не бывают, потому что это дорогие компоненты. Так что, увы и ах, но хорошая, хорошая штука. Вторая сыворотка тоже с пробиотиками, это Estée Lauder Advanced Night Repair. И она как бы заявлена anti-age, супер увлажняющая. По поводу anti-age. Здесь нет ретинола, здесь нет компонентов, которые разгладят ваше лицо как утюг. Не ждите этого. Но это будет хорошая, ухоженная, увлажненная изнутри кожа. И после этой сыворотки за счет ее такой плотной, слегка гелевой текстуры, вам не всегда захочется наносить крем. И эту сыворотку не всегда нужно наносить только на ночь. Можно использовать под макияж, на нее хорошо ложится. Все там, тональный крем, чем бы вы ни воспользовались, кожа всегда комфортная. Даже под Estée Lauder Double Wear нанесите эту сыворотку, посмотрите, насколько лучше станет вашей коже. Что касается пробиотиков, да, это тоже, опять же, работа над защитным барьером. И здесь эта сыворотка проявит себя максимально здорово, если вам есть что латать, да, если есть такие проблемы, которые я озвучила. Но как минимум это хорошее увлажнение. Если вы ищете что-то подешевле, то это сыворотка от Миши, как она называется, ампула вот их знаменитая. Они приблизительно похожи и по своей текстуре, и по своему действию. Но, пожалуйста, не ждите от этой сыворотки такого же результата, например, как от ретинола. Это просто качественное люксовое увлажнение. Ну, сыворотку можно приобрести всегда с хорошей скидкой, она всегда есть на каких-то акциях, перед праздниками, перед 8 марта и так далее, и так далее. Мне нравится, и я, к сожалению, не пробовала обновленную формулу. Если будет такая возможность, то я возьму хотя бы миниатюру. Кремы. С кремами все довольно просто. Мне нравятся питательные, восстанавливающие, но при этом не забивающие поры. Не какие-то сильно тяжелые, вот, приятные по ощущениям, а кремы, которые за ночь проделают свою работу, которых надолго хватает. Мой главный фаворит за прошлый год, это, конечно же, Dr. Jart, Церамидин, по-моему, он называется. У меня был самый обычный, такой плотный по своей текстуре, чем-то напоминающий пасту, что ли. Вот когда он распределяется, он становится полегче для очень-очень сухой кожи. Берите ту версию. И на зиму вот такая вещь. Если хотите что-то из этой категории, из корейского, то это крем от Cosrx, я показывала вам тоже с церамидами. Есть еще и полегче версии, например, что-то в более такой жидкой форме от бренда Dr. Jart. Многие хвалят, к сожалению, не пробовала. Я буду пытаться найти аналоги. Я присмотрела один крем тоже из корейских, но я думаю, что в этом году мы обязательно с вами об этом поговорим. Еще тоже крем с церамидами, это Holika Holika, Good Cera называется линейка, простой состав, отлично работает, по консистенции он полегче, но такой же питательный. Я не могу сказать, какой из них мне нравился больше, здесь полегче текстура, но по действию они приблизительно одинаковые. Хороший крем, стоит не так дорого, здесь очень большая баночка, поэтому хватит надолго, 60 мл, я им пользовалась даже летом. Хороший. Также мне нравился ночной крем от бренда Andalou Naturals, восстанавливающий крем, питательный, и с ним у меня не было никаких неприятностей в виде прыщей, забитых пор и так далее. Классный состав, между прочим, его не обязательно использовать только на ночь. Если вам нравится текстура, то можете мазать хоть днем. Мне нравится и оформление, и красивая упаковка. Вообще, Andalou Naturals молодцы, у них вот эта линейка роскошная. Не могу не вспомнить о креме от Medicaid с витамином С, SPF 30. Это именно дневной крем, хорошо увлажняет, защищает от солнца, при этом легкий, на него хорошо ложится макияж.
дороговато, я согласна, потому что это не что-то сверхъестественное. Но вот каким-то образом у меня все было настолько хорошо с кожей, что у меня только приятные воспоминания. И именно поэтому на скидках купила новое, я вам об этом уже рассказывала. И чуть не забыла сказать о фаворите, который закончился. Это двухфазная сыворотка от бренда Pestle & Mortar. Это не просто сыворотка с витамином С. Там было несколько видов витамина С. Они выполняли и антиоксидантную функцию, и также помогали усилить защиту SPF от солнца. При этом я не могу сказать, что эта сыворотка супер как-то выравнивала оттенок кожи. Скорее, она предотвращало появление чего-то, потому что в маслянистой формуле там было и масло примулы вечерней, которое безупречно подходит моей коже. Также присутствуют пробиотики, поэтому эта сыворотка, знаете, такого комплексного действия. Там сразу много всего в одном. То есть не просто что-то, что помогает с чем-то справиться, она вот работает на то, чтобы удерживать определенный результат, чтобы вы не сталкивались с какими-то другими проблемами. И вот когда я пользовалась той сывороткой, кремом от Medicaid, умывание CeraVe и на ночь крем Dr. Jart, крем под глаза и кукинг, это все. Это был мой идеальный, чуть не сказала дуэт, не совсем дуэт, средств было больше, но мне очень нравилось. Вот тогда мне не приходилось танцевать с бубном, чтобы и вылечить прыщи, и еще что-то, Дорогие средства некоторые. Но, блин, это было настолько круто, что словами не передать. Так что сыворотка бомбическая, и буду рада, если она когда-то вновь появится. У меня прям с удовольствием буду ее на себя мазать, но средств слишком много, поэтому я скачу то с одного на другое, что-то подходит, не подходит, тут стресс бабахнул, причем и так далее. Поэтому приходится чередовать какие-то средства, но если бы вот мне сказали: «Оль, иди подбери себе уход», я купила бы то, что сейчас назвала. Этого было бы вот так достаточно. Или вместо той сыворотки взяла бы флоритин. Вот так, наверное, выглядел бы мой уход мечты. Есть у меня еще одна вот такая недорогая штучка от бренда Belinda. Их я использовала много в прошлом году. Это ампула на основе женьшеня. Но здесь в составе тоже столько всего, что это спокойно могло бы быть люксом. Недавно я рассказывала вам о своих покупках. И там были ампулы Babur. И вот эта ампула от Belinda не уступает некоторым от супердорогих. То есть по цене, если сравнивать, то это гораздо выгоднее. И, знаете, ампулы — это хорошая история тогда, когда ты понимаешь, что твоей коже не хватает чего-то, но ты при этом не тратишься на целую сыворотку. Ты покупаешь несколько таких ампул, попользовался в течение периода, чтобы решить какую-то там неприятность на лице, и все. И вы знаете, когда ты вскрываешь ампулу, это всегда свежий продукт, ничего не выветривается, там ничего не испаряется. И здесь есть и ниацинамид, и пантенол, и растительные экстракты, гиалуроновая кислота, глицерин. В общем, я считаю, что это нужно попробовать тем, у кого сухая кожа, кто хочет эффекта анти-эйдж. Конечно, она, опять же, не выровняет какие-то морщины, но если у вас есть заломы на сухой коже, то есть кожа выглядит старше, чем она должна быть, из-за того, что ей не хватает питания и восстановления. Это действительно сильная ампула, которая мощно восстанавливает кожу. Мне нравится, что кожа после нее сияющая, такая прям блестящая, ну, как после спа-процедуры, как минимум. Наношу полностью вот эту ампулу на лицо, шею и декольте. Она чуть-чуть липкая, но довольно быстро впитывается, поверх еще крем, и утром персик. В прошлом году я не использовала много средств с кислотами, слава богу, потому что во всем нужна мера. И я нашла оптимальное для себя средство, которым я пользуюсь всего несколько раз в неделю. И то, если все хорошо, то убираю этот шаг для того, чтобы, опять же, не нарушать защитный барьер. Это тоник от бренда REN. Здесь есть несколько видов кислот, в том числе и молочная кислота, и азелаиновая кислота. Тоник очень мягкий. Если после Glow тоника от Pixi у вас нет никакого результата, для вас это слабая артиллерия, то от этого вы точно ничего не дождетесь. Но если у вас сухая кожа, чувствительная, если вы новичок с кислотами, если вы хотите впервые что-то попробовать, если у вас проблемная кожа, то возьмите этот. Он не агрессивный, но при этом он хорошо выравнивает оттенок кожи,
делает все то, что кислоты, но очень постепенно и бережно. И у вас не облезет после него кожа и не должно обсыпать. Я знаю, что многие приобрели этот тоник по моей рекомендации. Многие девочки писали комментарии с благодарностью. Поэтому поищите в миниатюрах. Иногда они бывают. Именно так началось мое знакомство с этим тоником. Мне понравилось, поэтому заказала себе большой. Посмотрите, какой у него классный расход. Ушло совсем чуть-чуть на протяжении целого года. Что касается пилингов с кислотами, то я делаю сейчас довольно редко. Это тоник на основе витамина С. Выглядит он как пюре из цитрусовых. И также здесь присутствует гликолевая кислота. Пилинг довольно такой интересный. Наносишь его как маску, держишь максимум 5 минут. Но сначала рекомендую даже 2, и потом смываешь, кожа после него розовая. Но она хорошо восстанавливается, и утром как такая подтянутая, блестящая, сияющая здоровьем. Очень крутая, выравнивает текстуру кожи. Если все же ваша кожа реагирует на гликолевую кислоту, то присмотритесь к бренду Ren, вот не пожалеете. Это уже больше для продвинутых история. Или если хотите попробовать какие-то кислотные пилинги, нигде не можете достать The Ordinary, то можно взять на пробу. Многие любят бренд Derma M за составы, и они исключение. Это отшелушивающий пилинг, омолаживающий, также убирающий постакне. И обязательно нужно делать периодические отшелушивания, но не тогда, когда миллион прыщей, а вы еще и пилинг бабахнули. То есть нужно чуть-чуть подождать, и это больше для поддержания, наверное, эффекта. Когда у меня кожа пылает, когда есть какие-то вулканы, то я все-таки что-то осторожно использую, скорее с салициловой кислотой, чем с гликолевой. Планирую на днях его сделать и как раз засниму для вас видосик. Из масок мне хочется выделить всего одну, хотя их довольно много в моем уходе. Но вот это мне как-то настолько нравится. Это маска выходного дня или когда все совсем плохо, намажь маску, это антиподиз. Она придает коже сияние, она убирает красноту перед какими-то важными мероприятиями. Вообще я использовала целую и тоже заказала себе еще одну такую же. Она на основе меда манука, который собирается в определенном регионе. Она такая плотненькая по своей консистенции, кремовая, но я наношу ее не жалея, вы знаете, и результат всегда настолько классный, кожа после нее светится, она не жирная, ее вот смываешь, и все, не хочется даже наносить какие-то супер кремы, она приятно пахнет какими-то цветочками, вот таким лугом, эко-лугом каким-то, классная. Я бы сама, кстати, не додумалась попробовать эту маску, она где-то мне попалась, и ее приятно даже ощущать на себе, она выполняет свою работу на отменно, и когда ее смываешь, вообще сам процесс приятен, можно промокнуть салфеткой, бывают маски вроде эффективные, но пока их смоешь, отпадает любое желание когда-либо наносить их повторно. Масочка хорошая, особенно для тех, кто страдает сухостью и чувствительностью. Фаворитище! Для сияния кожи сегодня вот смою макияж, обязательно нанесу ее. И закончим мы с вами восстанавливающими средствами для губ. Это маски, но я могу сказать, что это бальзамы, которые я наношу по случаю и без. Они очень хорошо восстанавливают, защищают губы. И, конечно, когда наносишь на ночь, то утром просыпаешься, губы мягчайшие, помада хорошо на них ложится. Первая — это масочка от Beauty Drugs. Пахнет приятно, классная консистенция, плотненькая. Это не вазелин, это что-то такое, не знаю, поплотнее, и ее хватает на века. Очень большой объем и очень хорошая штука. Присмотритесь, если вы страдаете сухостью губ. Если ищете что-то побюджетнее, даже удобнее в использовании, это тоже типа ночная маска. Ну, я мажу в любое время дня и ночи. Маска для губ банановая, пахнет бананом настоящим. С ланолином, маслом ши, маслом органы, маслом кокоса, пчелиным воском и витамином Е. У меня было несколько видео о бренде Эвелайн, в том числе о их уходе. Если вас интересует, то можете пересмотреть. Точно так же с корейской косметикой. Я оставлю вам все ссылки на упомянутые видео в инфобоксе. Масочка эта имеет приятную консистенцию, такую погуще, чем у остальных бальзамов из этой линейки. Она прям крутая. Она точно так же хорошо питает наши губки. Если есть какая-то матовая помада на губах, то намазали, сразу все восстановилось. Ну и, конечно же, на ночь просто шик и блеск утром. Также хотела сказать, что в инфобоксе я оставлю все полные названия
также одну общую ссылку, переходя по которой вы будете перенаправлены в тот интернет-магазин, который есть в вашей стране. Это может быть «Золотое яблоко» в России или «Мейкап» в Украине. Я это делаю для вашего удобства. Я надеюсь, что вам полезно, если вы хотите узнать какую-то дополнительную информацию или вы хотите проверить цену. Вы просто переходите, не тратите на это время. Но зато я посвящаю целый день для того, чтобы в первую очередь вы могли получить на этом канале информацию о продукте, узнать, где приобрести, и чтобы это все было как-то компактненько так. Я стараюсь для своих зрителей, я надеюсь, что вы это заметили, что вы это цените, и буду благодарна вам за пальчик вверх, если вам было интересно и полезно сегодня со мной. На этом мы прощаемся, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.